Неделю назад в обновленном виде заработала детская поликлиника номер 1 на Льва Толстого в Ульяновске. Сегодня эстафету капитального ремонта приняла поликлиника номер 3 на улице Камышинской. Оба учреждения входят в структуру детской городской клинической больницы. К единому медицинскому стандарту поликлиники всей страны приводят согласно нацпроекту здравоохранения в рамках десятилетия детства, объявленного президентом Владимиром Путиным. Ремонтные работы у нас только начались здесь в течение, ну, 2 недели назад. Вот, сумма контракта составила 3 200 000, вот, по итогам торгов. Вот, это средства областного бюджета выделены на 2019 год. Вот, ремонтные работы планируется закончить к сентябрю. Единый стандарт подразумевает открытые регистратуры, колл-центры, дизайнерские красочные стены, новую мебель и оборудование. Так, в поликлинику номер 3 закупили новый рентген-аппарат с уменьшенной лучевой нагрузкой. Подобный уже работает в первой поликлинике. Установят цифровое оборудование, как только отремонтируют кабинет. Сейчас ремонт также ведется на первом этаже здания, где оборудуют новую регистратуру. А на этих кадрах отремонтированы еще в мае лаборатории кабинет забора крови. Теперь внимание детишек от не очень приятной процедуры отвлекает не только красочная плитка, но и телевизоры с трансляцией советских мультфильмов. Нет, из этой поликлиники никуда не переселились. Данная поликлиника, она типовая, поэтому она соответствует как бы всем нормам и требованиям санитарным. То есть это не приспособленное помещение. Вот, поэтому разместились все здесь. Сейчас нам повезло в том плане, что это летний период, заболеваемость невысокая, поэтому в поликлинике обращается меньше народа. Поликлиника на Камышинской – крупнейшее подразделение Ульяновской детской больницы. За медучреждением закреплено 20 тысяч детей и подростков. Дети часто болеют, особенно когда маленькие. И когда стены красиво украшены детскими персонажами, когда висят телевизоры, да, это значительно упрощает нахождение в очереди, когда дети заняты, есть им куда-то обратить свое внимание. Естественно, это важно. Осенью ремонт начнется еще в одном подразделении больницы, поликлиники номер 4 на улице Варейкиса. Рената Алиулова, Юрий Ломатов, новости Управды ТВ.